І, власне, маємо запитання на завершення. Ми вже з вами згадували про пандемію. Говоримо в сучасному світі про пандемію. Якщо і чи є, власне, таке твердження, що тяжкі наслідки після того, як людина перехворіла на коронавірусну хворобу, можуть виникати у людей схильних, які перебувають у групі ризику, до виникнення тромбозів? Однозначно, ведь COVID-19 его еще называют васкулярной болезнью, то есть сосудистой болезнью. И на самом деле очень много возникновения сосудистой патологии, начиная с инсультов, заканчивая тромбозами глубоких вен, инфарктом у пациентов с коронавирусной инфекцией, которая может возникнуть на 5-6 сутки заболеваний, может возникнуть на 20-30 сутки после выздоровления. То есть тут надо достаточно серьезно относиться. И вот мы сейчас проводим большую работу по не только по Запорожью, а несколько центров Украины сосудистой хирургии тоже согласились участвовать в этой работе по изучению тромбозов у пациентов с COVID-19. Потому что эта проблема настолько актуальна и очень сильно волнует нас, сосудистых хирургов. Потому что очень много нерешенных вопросов, когда назначить профилактику, всем можно назначить профилактику приема антикоагулянтов, а если так, то как долго? И какие же оптимальные методы хирургической или медикаментозной коррекции для наших пациентов? Поэтому это исследование вот сейчас проходит по всей Украине, и может быть к концу следующего года мы получим какую-то информацию. Какие же причины и у кого есть риск развития тромбоза, а у кого его нет. Это один из главных вопросов, на который мы хотим получить ответ.